Наш фирменный книжный шкаф на железнодорожном вокзале пополнился новыми интересными изданиями. Одно из них – первая изданная на Алтае книга Валерия Золотухина. После выхода в свет книга очень полюбилась жителям края. 100-тысячный тираж разошелся за считанные дни. Стало ясно, Валерий Сергеевич не только талантливый актер, но еще и замечательный рассказчик, причем шукшинской народной школы. В сборник вошла знаменитая повесть «Дребезги». Золотухин трагикомически рассказывает историю своего невероятного поступления в ГИТИС. Книгу проиллюстрировал известный в крае недавно ушедший из жизни художник Владимир Раменский, а предисловие написал не менее известный писатель Валентин Распутин. Сегодня это своеобразная книжная редкость, но найти ее можно на полках нашего фирменного книжного шкафа, расположенного на железнодорожном вокзале. Если у вас есть книги, которые лежат без дела, то привозите их в нашу редакцию на Пролетарской 250 в Барнауле или позвоните по телефону 65 22 25, и мы приедем за книгами сами.